Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды и забираем свои ежедневные награды. Аж две штуки. Но это, ребят, потому что я был на работе, естественно, награды не мог получить. А теперь забираем с превеликим удовольствием. Так, шикарно. Зайдем, наверное, в задание сразу же, да? Так, пройти серию испытаний. Надо будет быстренько ее пробежать. Так, подожди. Раз, так, два, три, четыре, пять. Ну тут буквально секунда, ребята, но суть не в этом. Мы с вами сегодня пойдем на арену, и к тому же сегодня, я надеюсь, мы получим Донателло Космос. Уж больно сильно мне хочется, и по-моему мы с вами насобирали достаточное количество монет. Сейчас после этого боя, ребят, мы с вами в этом лично убедимся. По-моему, там оставалось мне 3 ДНК, да? Это как раз буквально на одну покупку. Так, ну давай быстрее, расчекрыживай уже его. Также напомню я, ребят, что нам нужно очень много с вами сюрикенов для того, чтобы повысить наших персонажей по рангу. У нас есть кого повышать, да, но, к сожалению, с сюриками большая-большая проблема. Так что надо как-то этот вопрос решать. Так, хорош тут выеживаться. Так, что, неужели... Ага, бомбанули. Так, Хана, да что ты? Хан, успокойся. Давай мне еще этого железноголового завали, а, гаденыш. Так, поджарили его. Теперь, кстати, нам можно, ребята, искать даже не то, чтобы ДНК, да, а предметы для того, чтобы мы могли свои скиллы прокачать. Помните, я вам говорил, как только мы с вами дойдем до предела, мы сразу начнем искать предметы. Хотя у нас еще не до предела, на самом деле, да. У нас, по-моему, на Бибопа, если я не ошибаюсь, не хватает одного ДНК. И, кстати, насчет шинигами, ребята, вы мне определитесь, как ее увеличать. Шинигами или синигами? Потому что мне в комментариях запарил уже читать: Рэй, ты неправильно говоришь. Надо говорить синигами. Когда я начал, ребят, снимать эти видосики, я ее назвал синигами, как и написано было, в принципе, здесь. Мне начали говорить, что ты неправильно говоришь, ее увеличать шинигами. Теперь мне говорят совсем в обратную. Давайте определяться уже, в конце концов. Надоело слушать вот этот бред. Так, что у нас тут, ребята, выпадает? Так, секунду. Ага, карайка, одно ДНК. Ладно, фиг с ним. Забираем здесь с вами реворд. Так, сразиться, это мы обязательно сразимся. Давайте-ка лично с... Да что там, убедимся. Так, ну видите, да, ребята, поднять по рангу мы с вами можем. Так, кто-то говорил, что больше проголосовало про Макмана. Ничего подобного, ребята. Про Кейси Джонса проголосовало не меньше народу, чем на Макмана. Не верьте, можете посмотреть. Так, здесь у нас что? Так, пока нормуль. Вот, давай-ка мы найдем последнее ДНК на Бибопа. И оно, ребята, найдено у нас. Так, отлично. Все, получается, что мы Бибопа можем с вами, ребята, также поднять по рангу. Так, погоди-ка, где он у нас? Вот он. А, секундочку, мы можем его вот так даже. Это получается у него... Секунду. Да господи, ты мне покажешь... Ага, вот, в пятую золотую звезду. Хм, конечно, давайте, ребята, его поднимать. Ты-т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 ы
уворачивается, достает клеевую бомбу и бросает во врага. Вероятность 25% уменьшить меткость на 50% в течение двух ходов. Я вам скажу, это неплохо. Блин, по-моему, ребят, я простываю. Горло начинает болеть, и это очень ужасно. Так, ну что же, отлично, клеевая бомба — это хорошо. Мы потом с вами, ребят, посмотрим ее. Ну, в принципе, я видел, как выглядит этот удар. Ничего там такого нету выдающегося. Но тем не менее. Так, где моя морозильная кошка? А? Скажите-ка мне. Нам нужно искать ДНК и на нее. На всех персонажей, на которых мы можем что-то искать, я буду искать, ребята. А уже все остальное, конечно же, будем искать на прокачку скиллов. Так, для того, чтобы поднять в ранге, нам нужно что с вами? 9000 сюрикенов. У нас пока 6000, не хватает. Ладно, не беда. Так, давай вот здесь вот обменяем, да, например. А почему бы и нет? Здесь тоже мы можем обменять с вами. Так, а тут-то у нас что? А, ну тут просто... Подожди-ка, прокачка навыков? Нет, это просто прокачка, ребята, уровня. Уровень, кстати, тоже надо бы нам поднять. Один. И это будет, наверное, у меня Микеланджело. Хватит у меня. Да, на 63 уровень мы его апнули. И это классно.
Так, забираем отсюда с вами реворд. Так, сразиться в 10 боях. То есть еще 4 боя мне нужно, блин, сразиться. Хорошо, раз они так хотят, давай приступим с вами к поиску чего? К поиску того, что нам нужно. Во-первых, на вертушку. Понятно, пролете. Так, здесь чего нам не хватает? Нам не хватает 12, точнее 10 знаков и 8 магнитофонов, да? Здесь нам не хватает 10 ящиков. Давайте, ребята, искать эти ящики. 10 ящиков нам нужно. У меня... Что там, кстати, по... Ага, 42 телепорта еще есть. Ой, тихо-тихо, не надо. Так, здесь нам дудки показали. Да хорош, ты будешь мне давать или нет? Блин, не хочет, ребят. Не хочет. О, ящик с инструментами. Отлично. Ну и заодно у нас, ребята, с вами подкапливается мутаген. Ну что, последние... А, последние два. Так, раз и два. Все, больше у нас, ребят, к сожалению, пиццы нету. Ну, ничего страшного. Забираем с вами реварды. 9000 нам нужно сюрикенов. Так, 10000. Давайте-ка мы с вами обменяем быстренько ДНК на Рафаэля, да? Где он у нас? Рафаэль. Ты куда он сделался-то? Эй, Раф, вот он. Давай обменяем. 6590, все равно мало. Не хватает. И пойдемте-ка, наверное, с вами уже в бой. Так, кстати, здесь у нас порталы, да? Ладно, это я потом сделаю после... После видосика. У нас с вами, ребята, бой. 82 монеты, секунду, секундочку. 82 монеты. Та-да-да-дынь-ты-дынь, да, ребята? Конечно же, мы будем с вами приобретать Донателло Космос. У меня этого персонажа не было, и вот он у меня открылся. Так, новое. Ничего себе, у него сразу же, ребята, 3 золотые звезды. Это круто. Слушай, это очень круто. Ребят, смотрите, у него 3 способности. Первое, это обладатель Бо, ну это понятно, это его НШС так называется. Донни демонстрирует межгалактические способности владения Бо. Вероятность 10% уменьшить скорость на 50% в течение одного хода. Сканирование форм жизни. Донни сканирует врагов, отыскивая их слабые места. Увеличивает силу атаки союзников на 50% в течение двух ходов. Вероятность 15% увеличит вероятность критического удара на 50% в течение двух ходов. Так, и супер робо мега отряд 5. Донни показывает сцену из своего любимого сериала. Увеличивает силу атаки на 30%. Это очень даже найс. Я обожаю, ребят, когда появляются новые персонажи. Просто... пищу от этого. Но потом начинаю немножко грустить, так как я понимаю, что это все нужно прокачивать потом, со временем. Так, ну что, улучшили до второй способности. Давай, наверное, здесь... Ага, здесь не хватает. Ладно, ничего страшного, мы с вами заработаем этот мутаген. Как пить дать. Ну и, пожалуй, мы отправимся с вами на турнирную арену. И, ребята, меня сбросили, да? Лига Сёгунов, одна звезда. Ну, ничего страшного, мы с вами сейчас быстренько, надеюсь, вернемся в прежнее русло. И начнем мы вот с этой командой. Леонардо у меня будет прокручивать вместе с кем? 45 уровней потянут? Я думаю, что должны, по идее. На всякий случай перестрахуемся и возьмем сюда змей... Нет, давай вот так вот. Нет, подожди, не Микеланджело. Нет, давай вот так вот, Рокзара. Потому что здесь у нас есть маузеры. Те самые кролики, которые имеют массовую атаку. Их нужно, ребята, по идее, в принципе, ликвидировать самыми первыми. Если они сделают массовую атаку свою, да, свою ульту, это будет бубо. Ать, а мы не уронили. А если вот так вот сделаем? Так, Микеланджело, не подведи. Ну, Малорик по красоте, я вам скажу, он сделал, не подвел, на самом деле, вообще нисколечко. Мне нужно вернуться на Лигу Сёгунов 3 звезды. Вернуться, как будто я там был. Так, ну что, в Сёгун 2 звезды мы с вами залетели. У нас, кстати, достаточно персонажей для того, чтобы перейти действительно на Сёгуны 3 звезды и там еще и остаться. Так что будем, ребят, стараться. Так, берем здесь Леонардо и давай раз, два, три. Кого-нибудь еще покрепче возьмем. Это будет, наверное, у нас... И это у нас будет... Давай вот так вот возьмем. Змейка Вьюна. У меня, конечно, здесь нет провокатора. Нет, провокатор есть, Леонардо, но я его не буду
активировать здесь, потому что его сразу разнесут в хлам здесь. Опа, опа, пули, а если так? Very nice, ребята. Ну что же, двигаемся с вами далее. Пока неплохо, две победы за нами, полный бонус, полный фарш, фэншуй, как говорится, рулит. Получаем с вами ДНК, все, что нужно. И 85-я позиция. Слишком медленно мы с вами ползем, если честно. Слишком медленно. Так, Лукас. Ну давай, Лукас, будем с тобой драться. Так, раз, два, три. И кого возьмем сюда? Наверное, Криса? Нет, как-то несерьезно. Блин. Черт, ладно. Возьмем с вами нашего робота Бакстера Стокмана. Кстати, многие говорят, почему он такой большой? Ребят, ну потому что, во-первых, это не его тело. Вы должны понимать, что он сидит в костюме. Поэтому он такой большой. Так, ну-ка. Да что ж такое-то, а? Не получается, ребят, у нас сразу же с вами накумарить. Вот, волна, смертельная волна. Все, всех подбили. Мне просто нужно отыграть вот этих вот ребят, маленьких 45-х уровней, чтобы мы получали с вами бонус. И я сейчас в данный момент этим отрядом сыграть бы не смог, согласитесь. Пусть против 52-го уровня, куда там мне? Это смерти подобно. А когда более-менее сильные персонажи с нами есть, конечно, мы здесь с вами можем разрулить ситуацию хоть кое-как. Так, ну что, берем с вами опять Леонардо. И раз, два, три. Так, против него мы будем... Ну, тут Криса нет смысла брать. Давай возьмем Железноголового. Железноголовый у нас, как говорится, провокатор еще тот. Единственное, что у него нет контратаки. Это немножко печаливает. Но зато он держит удары довольно неплохо. Так, поехали с Вертухана. Хоп. Так, ладно, минусанули одного. И добиваем их всех, в конце концов. Замечательно. Слушай, я что-то сомневаюсь, что мы с вами попадем сегодня в Лигу Сёгунов 3 звезды. Потому что героев у меня все меньше, меньше, меньше. А продвигаемся мы с вами вообще еле-еле-еле. Смотри, 59-я позиция, только лишь. Так, давай тогда мы сделаем немножко по-другому. Будем брать не слаймиких ребят, а уже таких покрепче. Вот, например, вот этого вот. Так, Лео, возвращайся. Возьмемся с тобой Зека. И вот отыгрывать будем, наверное, раз, два, три. Это очень опасно, брать Зека под Лео. 56 уровень. Посмотрим, ребят, как с инициативой, какой дамаг у нас пройдет. Слушай, ну неплохо, давай проверим. Если Лео сейчас кританет, все будет чики-пуки. Угу, небольшой огрешность есть. Ладно, давай попробуем. Пробьем, интересно, его суператакой. Да. Отлично. Это было максимальное количество на кубке, ребята. Я выбрал такого противника неспроста. И давайте посмотрим, насколько мы с вами продвинемся дальше по карьерочке. Так, 59-я была. И становится 47-я. Да, все равно тихо-тихо мы с вами едем. Значит, получается, что особого плюса я в этом не вижу. Ребят, давайте вот Чен Ю. Будем с ним разбираться. Так, возьмем Криса Брэдфорда. И, наверное, здесь будет вот так у нас состоять команда. Такой, парень, ты на кого бычишь? Не на кого. Не на кого абсолютно. Так, полетели кунаи. Совсем кунаи, удар у карайки не прокачан, да? Дамажит по минималке. Так, ну-ка, крик души от змеи карай. Ну ладно, в принципе, неплохо. У нас кто тут на подходе? Да они тут все у нас на подходе. Давай так вот бомбанем. Следующий кто? О! Пулеметная дробь. Все, готово. Они отдуплились. Так, ну что, ребята, опять же все хорошо. Полный фарш у нас получается. Мы все зарабатываем с вами. И позиция, дай 30-ю, пожалуйста, а? 34-ю. Да елки-то палки. Че так тяжело-то все идет, а? Привет. Танюша, надеюсь, ты мне здесь поможешь. Все, что ли, да? Приплыли мы с вами. Закончились у меня откатики. Охохошечки, ребята. Не знаю, не знаю, как у нас тут сейчас пойдет это все дело. Ладно. Давай предположим через танцпол, естественно, ребята. Так, уклонение. Теперь паутинка пошла. Так, на кого он? На Армагона, да? Все, ребят, берем с вами провокацию.
Вот так это все будет выглядеть. Я не знаю, стоит ли нам хиляться. Пока, думаю, не стоит. Ой, Армагон, ребят, получает урон. Причем довольно хороший. Так, что, иммунитет вешает, да? Бибоп на себя. Так, этот у нас замедляет. Не всех, но тем не менее. Давай ему ответку. Минус Ваня. Так, ну-ка, если мы так вот сделаем с вами. Фигня получилась. Какая-то ерунда. Вау, я и забыл совсем, что у него хил-то есть. Так, еще снимает с себя все негативы, да? Ладно, давай плевок сделаем. Бесполезный, конечно, плевочек. А так? Так, ребята, у нас сейчас провокация в любую секунду может упасть, и все. И тогда нас тут начнут разбирать. В наших интересах же как можно быстрее все это сделать. Дело. Погнали. Ага, минус Микеланджело. Так, давай-ка мы, наверное, с вами Бибопа убьем. Так, и кого? Кого? Давай, наверное, попробуем все-таки с Рафаэля. Не вышло маленечко. Еще пока есть, ребята, провокация. Пока стоит. Но в любую секунду она закончится. Так, ну-ка, подобьешь Малорик. И давай этого Микеланджело. Да ладно. Во. Со второй атаки накрыли. Ну все, ребята, я думаю, что дальше нет смысла нам идти. Потому что персонажи у меня там слабенькие. Полтиннички, если не ошибаюсь, остались. А переходим мы с вами, но на 21 место. 21 место. Так, если даже прицениться. Ну смотрите, 58, 57. Давай отсюда выйдем и опять зайдем. Посмотрим, каких тут. 60-е вообще обрадовали меня. 57-е. Ну это максимальное, что могу, ребята, я выбить. Это 57-е. А остались у меня, как вы видите, 51-й, 50-й. Могу только одно вам предложить. Одно. Единственное, что я могу вам предложить, это вот такой вот ход. 250 бакинских. Тратим. Только ради вас все это делаю, ребята. Деньги нужны были, вы сами прекрасно знаете, для чего. Так, в бой. Берем с вами, ну, какую команду возьмем? Смотри-ка, мне дали 53-й, 55-й уровень. Ладно, давай с этих хламонов начнем. Беру сюда, короче, Леонардо и Зека. Вот так вот. И отыгрываем с вами вот этих вот ребятушек. Попытаемся, по крайней мере. Зек сейчас бросит бомбочку, Леонардо сделает вертушку. И, в принципе, все должно быть четенько. Давай проверим. Так, тут главное, чтобы морзильная кошка нам не подосрала своим отхилом. Нет, она не успеет. Ну, падают. Да, падают листья, ребята. И мы с вами проходим идеально. Так, возможно, если сейчас мы попадем с вами на 12 место, да. А в идеале лучше бы куда-нибудь на 10. Было бы неплохо. Показывай. Вау, 5. Тогда все четенько. Смотрите, что я делаю, ребята. Я предлагаю вам вот такой вариант. Погоди-ка. Ну да. Делаем так, делаем с вами два, опять же, отката. И добираем уже вот этих вот неотыгранных персонажей. Ну и та же самая абсолютно схема. Я надеюсь, что не оплошает у меня здесь никто. Так, замедлялочка. Ни на кого не подействовала замедлялка, кстати, вы заметили? Слушай, по-моему, кто-то выживет. Нет, никто не выжил, потому что крит, везде проскочил крит. Ну что же, я нас поздравляю, ребята. Мы с вами все-таки пробрались в лигу сёгунов на 3 звезды. Но это же мелочи, вы сами прекрасно знаете, что пробиться одно, а удержаться это совсем другое. Так, что у нас, ребят, по заданиям? По боевым, я имею в виду, в испытаниях. Ага, смотри-ка, что у нас тут происходит. Эксперт. Ну что, поехали, давай посмотрим, кого нам дадут. Кисло. Да, ребята. Два персонажа, как вы видите, у меня Леонардо и Рафаэль, придется ими играть. Но, тем не менее, Армагон — это тоже очень хорошо. Давайте, ребята, я поставлю, наверное, на автобой. Потому что тут они 40 уровня, здесь, как говорится, они без меня смогут справиться. Потом посмотрим, что там у нас происходит на элитке. Так, ага, супер удар. Вот это мощная фишка, ребята. Ну, сами понимаете, 40 уровень пока слабоват для нас. Мы его тут разберем. И добиваем эту белку. Отлично. Так, по-моему, нам дают одно ДНК, да? Вначале. Потом уже будут два.
Ну-ка, показывай, пожалуйста, что там нам приготовил. Нет, ребят, сразу две ДНК, отлично, давай вот сюда сразу заруливать. Уже 50-й здесь уровень. Так, также, ребята, я ставлю на автобой. Здесь ничего такого тоже не должно быть особо криминального. Я думаю, что разберем их без каких-либо проблем. Так, минусуем. Мутана белки, да? Ну что, Армагоша, привет, рад тебя видеть. Мне нужно ДНК на тебя очень много, так что ты уж не волнуйся. Все у нас будет хорошо. Победили. Так, следующий уровень, по-моему, будет 60-й, да? 60-й у него уровень, и попробуем его разбомбить. Так. Это уже мы с вами получили 4 ДНК. Поехали смотреть. Да, ребят, 60-й уровень у него. Я думаю, здесь тоже мы с вами пройдем. Но вот на 70-м уже большущая, ребята, проблема будет. Или, так сказать, вопрос, сможем ли мы там справиться. В принципе, белок этих мутантных мы убиваем с удара. Практически. Так, тихо. Молодец. Рафаэль отжигает, да, ребята? Ну вот Лео тут немножко слабоват, но потому что у него пониженная атака. Вы это видите прекрасно. Слушай, Армагона мы здесь победим. Конечно, он сейчас применит, наверное, супер свою атаку. Да, этот астероид. Астероид довольно нехило бомбит. И он на себя вешает постоянно вот эту вот броню, стакует. Поэтому придется, да-да, именно в броню бить. Посмотрим, сколько отнимет здоровья он вот этой вот. Фи! Я-то думал, сейчас будет такое дамажище. Но ничего такого, ребята, не произошло. Мы выстояли. И нет, не добили. Все, отлично. Плюс еще 2 ДНК. И это получается уже 6. Слушай, довольно неплохо. Вот я обожаю вот здесь вот фармить. 6 ДНК, да? Ну что, ребят, попробуем. А, даже 3 дают нам. 4 плюс 3, 7. Слушай, ребят, ну что, рискнем? А? Своим здоровьем. И я вот думаю, возьмем на всякий случай сюда Микеланджело. Ну, для чего я его сюда беру, ребята? Естественно, его подобьют. Но я хочу успеть кастануть себе у ворот. Если успею, это будет круто для моих ребятулек, по крайней мере. Для моего Леонардо и Рафаэля. Так, если успеем, опять же повторю. Так, успеваем. Это уже радует, это уже плюс. Так, теперь давай попробуем с вертушки. Вау. Классно. Так, ставим, ребят, провокацию с вами. Ну, ну, естественно, Армагон бомбит. Так. Белка, уйди. Все, ей хана. И остается Армагошу, ребят, разбирать. Опа, сейчас у нас кто-то погибнет. Ну, Микеланджело. Промах? У-у-у! Тогда найс, ребята. Естественно, я захиливаюсь. Вот так вот. И погнали. Что тут смотреть-то на него? Раз. Два. Вау! А вот что значит сила у ворота, ребята. По-другому не назвать. Вы видели, он даже супер атакой промахнулся по нам, когда бросал в нас свой астероид. Еще 3. То есть 10 ДНК я только сегодня нафармил. Ты представляешь, 10 ДНК. На 5-й эпизод, я думаю, что... Нет, ну можно, конечно, попробовать. Давай попробуем. Но большой-большой, ребята, у меня знак вопроса в плане того, что сможем ли мы здесь. Сейчас с удара, наверное, снесет, да, всех? Нет, не всех, но это уже, ребят, печалька. Сейчас бомбанут. Эть! А я на Микеланджело, честно говоря, рассчитывал в данный момент. Я думал, что мы успеем на уклонение поставить. Но, как видите, не вышло у меня ни шишарики. Так, ладно, всем тут раздаем. Давай опять же сделаем с тобой вертушку. Так, одна белка выжила, да? Ай, смотри, понизил нам атаку. Ребята, он нам понизил атаку. Но если я даже в провокацию встану, нас это не спасет, ведь так? А знаешь, почему нас это не спасет? Я вам объясню, ребята. На самом деле... Опс, 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 что он тут замутил? Вау, Рафаэль погиб у меня. На самом деле должно было быть немножко по-другому все. Я рассчитывал... Смотри, он какой бешеный становится. Я рассчитывал на то, что Микеланджело успеет сделать уклонение. Ну, свой танцпол сделать. И тогда бы у нас все было бы четенько. Но не судьба. Тем не менее, я очень, ребята, доволен. Мы с вами 10 ДНК нафармили на Армагона. У меня теперь 51 ДНК. Это классно. Так, давай посмотрим,
что у нас еще вот здесь, вот в платиновом творится, происходит. 90-е уровни, 90-е. Оу. Нет, ребят, я, естественно, не потяну вообще никак. 90-е уровни, ё-моё. А хотелось бы, но, видите, не судьба. Пока. Так, ну что, мне осталось, ребята, портальчики себе заработать, да? А у нас мутагена-то накопилось для того, чтобы нашего Донателло прокачать. Я имею в виду по скиллам. Так, ну-ка покажи-ка. Так, он у нас слабенький, он где-то здесь должен, да, барахтаться. Вот он. Навыки. Так, сканирование форм жизни. Давай повысим. И обладатель Бо. Еще что ли смогу? Ну давай еще. Раз пока дается, да, возможность такая. И, ребят, прокачиваем уровень. Так, секунду. Супер робо мега отряд 5. Улучшаем. Так, теперь опять сканирование форм жизни можно улучшить. Так, продолжаем. Все, да? А чего не хватает? А, мутагена нету. Но, тем не менее, ребята, это классно. Тыкс. Невесомость проверил. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами завтра и продолжим играть в Черепашки-Ниндзя-Легенды. Так что всем пока и удачи. До новых видосиков.